Всем привет! Вы на канале Жестянка! Сегодня мы поиграем в игру Гарри Поттер и... Чего ты повторяешь? Четвертый эпизод, шестой уровень. Да я просто, ну как бы, как будто бы это ты говоришь. Гарри Поттер, четвертый эпизод, шестой уровень. По идее, это последний уровень вообще в игре, что ли? Последний уровень в игре? Да. Класс, ну мы сейчас будем за кубок огня бороться. Так, я не буду Роном играть, я буду Гермионой. Ой, они к нас ведут в другую сторону. За кубок. А, надо здесь помахать, смотри, вот здесь надо нам... здрасте, скажите, а вот лестница у вас двигается? Это... Да, конечно, она перемещается сюда. Чё? За кубок трех чемпионов. Трех волшебников. О, мы там еще не были наверху. Да, секретные комнаты. Смотри, нас испугался. Ты чего испугался нас? Ой, Рон, прости. Здрасте, скажите, вы что, боитесь меня? Ладно, понятно. Бум, разбил что-то. Руль. О, мы сейчас будем управлять кораблем. А, нет, вот тебе волшебник. Значит, штурвал. Давай, крути. Надо в него стрельнуть просто, наверное, еще. А, получилось, видишь, бабах. Смотри, там какая-то штука, домик какой-то синенький. Мы здесь еще не были. Смотри, это кто это? Никто не активный. Так, что это? Ой, Гарри. Дамблдор наверху нас ждет, да? Ай, Гарри, ты... все в порядке? Ты чего падаешь, Гарри? Все хорошо? Да, скажи, все а что... Хорошо. Ой! Куда мы зашли? Я не знаю. Но это же интересно. Смотри, а это автомобиль... Это который автомобиль Форд... этого? Уизли, что ли? Да. Ой, кто это с большой головой? Склонировал ты его. Что происходит? Газонокосилка вон... смотри, куча всего. Телевизор, Wi-Fi. Ой, кого-то, смотри, кто это? Кого мы спасли? Мистер Мейсон. Unlocked. Мы получили мистера Мейсона. Как правильно звучал автомобиль? Форд. Какой-то Форд. Форд Англия. Англия или Европа? Англия, да. А, зайчик. Ля-ля. Стреляем по зайчику. Стреляем, зайчик, стреляй. Бум. Ой, зайчик попрыгал куда-то. Так, белка в колесе. О, он сейчас будет давать энергию. Давай еще два зайца найдем где-то. А, коробка. Коробка. Куда ее нести? Где? Вот, смотри. Давай. Сова. А, вот сова. Вот. Вот сюда. Мы спасли сову. В смысле, спасли. Вот, сова забрала коробку. В закрытом помещении она смогла ее куда-то вытащить. Красный купи. Красная коробка. Так, это что такое, да? Что это? Не знаю. А вон наверху еще одна сова, смотри, почтальон. Так, это что это? Это письмо. А вот и заяц еще один. Так, тут тоже Вингардиум Левиоса. Смотри, Гарри. Гарри, смотри, я тут что-то собираю. Наверное, какой-то можно подняться наверх, что ли? Да? Уже? Еще один. Да, еще один. А вот смотри, вон наверху есть. Вот. Достаю. Да что-то достаю, да. Вот, смотри, оно активировалось, это тостер. А вот еще один заяц. Так, смотри, а здесь вот на компьютере нарисован какой-то человечек. Смотри. Так, мы сгенерировали. Теперь Форд может летать. Мы получили золотой кубик. Ура, Форду спасибо. Он улетел. Видите, тут небольшой секрет. Секретная комната, действительно. Да. Смотри, а вот нам напечатали какой-то на принтере вот красный кубик тоже. Что это такое? Вот с него можно стрельнуть. Загрузка какая-то пошла. Ошибка. Эррор. Кого мы спасли? Дудли Дурсли. Зачем мы Дурсли спасли? Не нужен он вообще. А там он, смотри, Windows завис. Видишь, да? Сразу. Так, что еще есть в этой странной комнате? Какой-то... Ой. Что это? Можно на него прыгнуть? Я напрягусь на Рона. Пылесос. Летающий. Улетел. Куда он улетел? Еще кого-то мы спасли. Кто это? Ай. Кто это? Миссис Мерсон. Окей. Ай. Вот так вот тебе образди. Так, все, больше мы никого не можем тут стрельнуть. Не знаю. Никого. А что это за принтер вообще? Зачем мы распрятали еще одну коробку? А ну, стреляй в нее. Нельзя, похоже.
Так, ну что, все, а вот это мы здесь все сделали, ну что ж, классная комната, пойдем дальше, да? Угу. Такой вот небольшой секрет мы обнаружили здесь. Ой, у них там какой-то совет джедаев. Пикси, смотри, Пикси украли картину, сейчас Илюша с ними разберется. Пикси первая, Пикси вторая, картина упала, я поднимаю ее и вешаю наверх. Ляп. Вот. Значит, волшебник сказал нам спасибо, и о! Вот тебе мяч в нос. А сюда... А вот этого квиддича нельзя, да, сделать? Ладно, пойдем к Дамблдору. Здравствуйте, господин Дамблдор. Скажите, пожалуйста, где у вас можно покушать? Я вижу, что он наверх показывает, но нам активировалась еще одна... Почему-то здесь слева лестница. Вот мы еще кого-то и взяли. Видишь? Дамблдор. Профессор Бинс. Это профессор Бинс. Поднимемся наверх. Поднимемся наверх. Кто это? Это у него явно какая-то проблема. Мы спасли студента. Студент in peril. А какой студент, неизвестно. Просто спасли студента. Смотри, вон собака доедает какого-то человечка. Вот. Ничего с ней не надо делать. А вы здесь вот, нет? Чего она смеется над нами? Так, ну хорошо, видишь, не зря поднялись наверх. Пойдем к Дамблдору. Там же... Ой. Промахнулся. Так, это, значит, великий лабиринт. Все собрали все участники. Смотрите, кубок находится в центре. Дамблдор сказал, ну так и да пусть поединок начнется. Вперед! Так, Гарри, что происходит? Грюм сказал, давай, иди, Гарри, не бойся. Это кто? А, это Флёр де Лакур. Да, она сейчас потеряется. Вместе с... Это Седрик и Гарри. А там было Флёр де Лакур и Виктор Крам. Так, мы опять... Я опять с Седриком играю. Так, скажи мне... пошел процесс накопления монет. Все, теперь можно уже собирать. О, я появляюсь с другой стороны. Ну, конечно, это же магический лабиринт, да? Значит, смотри. Илюш, давай, здесь все разбиваем сейчас. Да, я беру Вингардиум Левиоса, мое любимое заклинание. Угу. Так, Илюша что-то разбил, похоже, какого-то солдата надо собрать, да, этого железного? Так, Илюша опять пытается забежать в какие-то дымчатые ворота. Смотри, вот есть всякие цветочки. Я его разверну, вот так вот. Он показал влево и вправо. То есть сюда, сюда и что? А, вот оно что. Ага, тут секреты есть, оказывается. Он нам показывает, что нужно делать. Понятно. Давай, все разбиваем. Да, вот 2 из 8, цветочки. Так. Хорошо. Все. Так вот, и вот так вот, и вот так вот, да? Все, да? Все, давай последнюю пикси надо активировать. Я активирую. Давай. Все, а я собираю... Давай, я собираю этого рыцаря, а ты в него стреляй, хорошо? Есть... Влево, теперь заходи вправо, а теперь вниз. Потому что показал туда. Вот, понял? Так, вот, мы появились. Опять занимаемся тем, что мы достаем. Ты в кустах там.
Ах, ай-яй-яй-яй, здесь нужно собрать и монеточки. Ну, конечно, вот монеточки, на, смотри, синенькие, они там вот наверху, они, их надо брать только, с, когда с кустов прыгаешь. Смотри, вот так вот, раз, так вот, вот так, все, теперь можно разбивать. Давайте, давайте, монеты, 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 монеты. Надо, что вот 4 цветочка мы уже собрали из 8, не знаю, что это означает. Так, все. Мы всех разбили или нет? Кажется, не всех. Похоже на то. Ну да, ты там давай с Лимусом играйся. Так, собираем человечка еще одного, да? Он сейчас по запчастям разбросан по всей территории. Я собираю его. Вправо, влево, вниз и вверх. Давай. Вправо, влево, вниз и вверх. Все. Не спеши, видишь, она кусается. Кто это? Это Виктор Крамп, по-моему. Монеты, монеты. Ай! Ну, я за тобой заберу монетку. Так, Лёш, смотри, влево вот есть проход. Видишь, цветочек мы активировали какой-то. А вот там нужно копать. А есть кем копать? Нет. У тебя? А-а-а, дементор. Это Богард. Смотри. Где? Это ящик. Флёр. Видишь, мы спасли Флёр. Меня чуть-чуть закрыли. Здесь щупальца. Ну да. Так, они везде опасны. Мы спасли какую-то птицу. Небылицу. Ай, прости, Гарри. Смотри, мы собрали половинку уже до True Wizard, да? Угу. Ай, что же я в тебя стреляю? Да, я думал, ты думал, что это что? Да не, я случайно. Так. Вот, смотри, один из пяти. О, тут надо что-то собрать, Илюш. Ай. Два из пяти. А как ты Вингардиум Левиоса собираем? А, это не собираем, это наоборот разбиваем, да? Mm-hmm. Так, хорошо. Главное, теперь не спеша. Так, опасные такие ворота. Mm-hmm. Они очень опасные. Давай, проходим. Давай, 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 проходи, проходи, проходи. Вот он, Люмус. Все, вот. 3 из 5, видишь? Все. Ой, прости, я тебе в спину стрельнул. Так, что мы здесь имеем? Тыква. Здесь. Ого, мы все здесь разбабахали. Так так и надо. На самом деле, смотри, для того, чтобы. Ой, я тебя поднял. Ну что происходит? Вот. Просто чтобы монеты все добыть. Все, да? Ну хорошо, да. Пробегаем вправо. Давай, вот тут собираю, собираю все опять. О, Виктор Крам. Зачем он-то? Ой, смотри, слева часть этого. Что? Это Гриффиндор, да? Ну как же нам туда пролезть? Не знаю, беги ко мне лучше. Вот, я тебя покрутил там немножко. Пикси. Да, вижу. Ты разберешься с ней? Да. Что она уронила? Я взял какую-то штуку. Это ключ.
А, вот ключ сюда. Смотри, вот разби... Вон. Разбиваю это все пока. Здесь собираю монетки. Давай. И вот здесь вот еще внизу вон что-то есть. Вот здесь стреляю везде во все эти штуки. А я ставлю сюда вот этот ключ. Какой-то ключ, который надо сейчас активировать. Вот. Это стрелка. А, стрелка. Все, я открыл ворота. А, это хорошо. Но, тем не менее... Там есть тыквы. Да, вот, давай с тыквами разбирайся. Смотри, мы, в принципе, собрали большую часть, да, больше половины уже до Трубизарда. Угу. Так, проходим. И вот мы прошли в следующую локацию. Какую-то. Мы все бегаем по лабиринту. В принципе, это очень сложно назвать лабиринтом, потому что путь, по которому мы идем, он прямой. И, в принципе, тут... Что влево, что вправо, а тут один. Ты разберешься, стоит эта штука? О, 4 из 5, смотри. Ой, прости. Так, что это за штука стоит впереди? Она меня пугает. Что это за сфинкс? Ага. Тут какая-то вон часть книги. Это, наверное, туда надо отнести. Смотри, из книги выпадают какие-то ингредиенты. Это пружина, да, попрыгушка? Собираем ее. Ты видишь? Освободил. Ну, конечно, я поэтому говорю. Вот так и стой наверху. Хорошо? Давай, я пока буду освобождать студента. То есть, вот так вот мы параллельно спасли студента. Смотри, здесь еще нужно покопать, во-первых. Во-вторых, вот mm-hmm. есть люмус, и у нас будет, по-моему, четвертый, или последний уже, 5 из 5. Mm-hmm. Вот, 5 из 5, видишь, дали нам пуфин. Пуфин дал. Прекрасно. Покопать нам неком, неким, да? У меня же нет неким покопать. Сейчас посмотрю. Никем, да, животного нету у этого. Нет, тоже и... нет. Хорошо, ты там постой сейчас, пожалуйста, я... Смотри, что тут написано. Паучок плюс финкс... равно сфинкс убегает. То есть вот здесь вот нам нужно принести паучка. Ой, 8 из 8, смотри, я спас Седрика. Сейчас я к тебе приду, Илюш. Скорее всего здесь... А здесь тупик, Илюш. Сейчас я к тебе приду. Хорошо? Да. Все, стой там, бегу к тебе. Через пружинку. Ну, ой, не, ну конечно. Сейчас... У меня получится? Нет, не получается. Я не могу попасть. Вот так, все, мы теперь вместе. Так, эта штука. А, это просто Вингардиум Левиоса. Вот мы ее в паутину отправили. Ой, а вот и паучок. А что с ним делать? Муха сюда пошла. А, понял. Мне кажется, он сейчас нас будет нападать. Или он теперь наш? Нет? Странный какой-то паучок. Смотри, мы почти Трубизард собрали. Я птицу спас. Странный паучок. Ладно, хорошо, смотри, делаем вот так вот. Активируем эту штуку. Паучок увидел опять муху и побежал на забор. Сломал забор. Сломал все заборы вообще. А, вот из забора можно что-то собрать, да? Давай, у меня... А, у тебя тоже Вингард не берется. Активируй. Активируй что-то. А я вот здесь что-то активирую. А, туда муха собирается. И сейчас паучок запрыгнет на сфинкса, как, собственно, и планировалось. Вот сфинкс испугался и убежал. Вот мы решили пазл. Кубок. А как же действительно по поводу монеток? Как же True Wizard? Смотри, у нас почти. Ничего, у нас будет еще битва с Волан-де-Мортом. А, должна быть битва с Волан-де-Мортом, ты прав. Но мы здесь, смотри, сейчас вот даже мы не будем терять шансы. Мы здесь тут тоже немножко. Вот птицу спасли. Еще одну птицу спасли. Ой, прости, Гарри. Да, вот я это и хотел сделать, да. Все, да, в принципе... А это что такое? Понятно. Ну что, побежали вместе, ухватимся за кубок? Ага. Это телепортация, оказывается.
на какое-то старое кладбище, где мы сейчас очнемся, и нас будет хвост, да? А вот и хвост, сказал. Это как его вот этого зовут в колясочке маленький? Не помню. В общем, он сейчас варит зелье для... как это называется? Для воскрешения Волан-де-Морта. Закинул туда свою куртку, вот кусок руки, закинул туда младенца, взял часть от Гарри Поттера, и вот возродился Волан-де-Морт в очках Гарри Поттера. Так, это братья, эти черные братья. У Гарри Поттера должен заболеть шрам. Он упал, и вообще-то сейчас мы должны потерять Цедрика. Ух ты! О, нет! А что нужно делать вообще? Экспеллиармус! 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 Давай, давай! Fire spell, давай, 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 давай! Вот, видишь, все правильно, понял? Я могу его только выбить. Ты лопнул. Я пока твои монетки собираю. А? Слушай, ну ты пока, короче, с ними разбирайся, я тут побегаю, монетки собираю, ладно? Я не понимаю, что происходит вообще? На меня нападает. Да вообще на меня тоже, если что. Ай-яй-яй. Все равно мы сейчас Цедрика должны потерять по фильму, по книге, и он же, к сожалению, умрет. Давай, 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 давай. Так, давай, Гарри, я пока монетки соберу, давай. Вот идет же битва с Волан-де-Мортом, поэтому... А, сейчас, подожди, не убивай его. Ты лопнул? Угу. Давай, вот, просто не трогай Волан-де-Морта. Не надо, не убивай, я хочу Трувизард, это важно. Это важно. Я не убиваю. Это важно, Трувизард нужен. Сейчас, вот, смотри, я тут уже почти собрал, смотри, Илюш, собрал почти. Вот, еще немножечко, и все будет хорошо. Я сейчас кого-то из мертвых достал, он такой скелетик, смотри. Так, вот парни какие-то, вот скелетик один из трех. Сейчас будет Трувизард, почти уже, почти, вон там. Я тут куча монет, давай, собирай их все, собирай, смотри. Тебя, я не буду да. Пока что. Ты собирай монеты. А я этим и занимаюсь вообще-то. Просто ты там куда-то побежал с Волан-де-Мортом воевать зачем-то. Не знаю зачем. Я тебя тут спасаю параллельно. Опять скелетик поднимаю. Давай, ребята, ребята, а ну брось сюда. Дайте нам немножко... Ты, главное, не умирай, пожалуйста, ладно? Потому что мы монетки теряем, когда умираешь. Опять Илюшу притянул к себе Волан-де-Морт. Да что ж такое-то? Дайте нам Трувизард собрать. Ну, это же немножко осталось. Так, все, еще вот еще одна плита. Так, и... идите отсюда. Смотри, мы почти. Так, ребята, где еще? Кого еще нет, разбить? Нет, меня уничтожают. Это кто? Это Волан-де-Морт за тобой бегает? Нет. О. Вот я поднимаю скелетик зачем-то. А вон наверху, смотри, какой-то белый змей. Я не буду его... Смотри, я взял еще вот эту штуку. О-о-о, похоже, я лопнул. Слушай, мы, похоже, так не сможем собрать, потому что они нам не дают этого сделать возможность. Угу. Надо вот этих вот убивать, вот этих вот помощников надо обязательно убивать, потому что тогда прилетает Волан-де-Морт, и я могу спокойно заниматься сбором монет. Давай. Немножко! Осталось, смотри, там три монетки. Ну, сейчас я убьем этих. Ты же собери монетки за собой. Давай. Да. Вот еще. Вот еще. Смотри, вон там монетки. Монетки. Вот помощник убивай. Помощника. Вот, все. Так. Из меня. Буду рисковать. Че рисковать? Слушай, что-то не получается собрать труп. Да уйдите отсюда. Вон еще монетки, да. Ну все, похоже. Собирай. А что собирать? Нечего собирать. Ладно, убивай его. В общем, я не вижу. Не получается ничего. Убивай. Давай, давай, давай. Просто нажимай, да и все. О, все. На тебе!
У них палочки состоят из одних и тех же элементов, поэтому они не могут друг друга победить. Смотри, Гарри, это его родители. Мы сейчас отвлечем Волан-де-Морта, а в итоге они решили убежать за кубок, и Седрик развалился. Какой кошмар, какой ужас, Седрик, вот твоя голова. Ой, какой кошмар, дайте, вот, значит так, у нас есть инструкция, сейчас мы его соберем, не переживайте. Значит так, отдай голову, Гарри, не переживай, все хорошо. Это подставное, а вот там вот внутри Алистер Грюм говорит, сейчас я тебе дам специальное зелье, это все я подстроил. А, нет, у меня тут приворотное зелье, я, оказывается, другой. Вот этот, который вначале был, помню, змею пускал? Вот. А в сундуке находился настоящий Аластер Грюм. Вон он там сидит в глубине. Эй, ребята, ну где вы так долго ходите? Я тут уже голодный. Все, ребята, мы вот так вот чудесно прошли уровень. Но это еще не все. Должна быть еще финальная история. По идее, финальный мультик, который нам должны показать. Седрик, мы Unlock. Это, кстати, мы огромное количество людей, да, этих самых... Как они называются? Ну, человечков. Спасли человечков, да, всяких. До Трувизора, да, у нас что-то вообще не получилось дотянуть. Посмотрите, 96%. Ну, там мы старались, много раз погибали, много раз теряли наши монеты, к сожалению. Ну, мы честно старались, вы видели, я думаю. Так, Goldbrick мы, по-моему, 2 взяли, да? Да, мы 2 взяли, потому что мы студента спасли. Так, ну что, Continue Story нажмем? Угу. Давай посмотрим. Что же будет происходить дальше? Они собрали Седрика? А, нет. Значит так, это Шарм, Батон и, как они называются, Дурмстранг собираются уезжать. Все-таки Гарри Поттер, он, точнее, Виктор Крам все-таки поцеловал Гермиону. А Флёр де Лакур не хотела поцеловать нашего Рона. Так, эй, Хагрид, мне так было с тобой прекрасно. Эй, тебя я как-нибудь поцелую в другой раз. Что случилось? А, меня тут убирал за, значит, конями, они тут немножко намусорили. Так, Гарри Поттер идет такой, класс, смотрите, Алистера Грюма спасли, Гермиона, привет, Рон, пошли и... Пошли смотреть на закат? Куда? А, вот уплывают эти, да, ребята, вот, это Флёр де Лакур, в смысле, Шарм Батон. Нет, наоборот, это были Дурмстронги, а вот это полетели Шарм Батоны. Шарм Батоны, это разные школы. Да. Все, мы прошли игру! Да. Мы прошли всю игру Гарри Поттер 1-4 года пребывания, да, в Хогвартс. Вот, мы сейчас видим прекрасные титры, кто делал всю эту игру. Ребята, спасибо вам, вот программисты все, кто это рисовал. Это очень классная игра, на самом и деле. И подписывайтесь на канал Шустянка и на картонку. Очень обязательно подписывайтесь. Ну, все правильно. Давай еще скажем спасибо вот этим людям, которые Lego Systems, которые, да, создали всю эту игру. Да. Ребят, приходите к нам еще. Вот такенная игра, обязательно поиграйте в нее. Пока-пока! Пока-пока! Используйте джойстик, кстати, это очень удобно. Да? Пока! Все, Рюш, играть больше не во что нам с тобой. Мы прошли всю игру. 3, 6. 36,6. Как температура тела. Да. Все, сына, играть больше не во что. Нет! Будем играть теперь в пасьянс.